9 июня – День работников легкой промышленности Беларуси. Именно благодаря им население областей и городов нашей страны имеет возможность приобретать качественную продукцию местного производства. В числе тех, кто успехами встречает свой профессиональный праздник, коллектив частного унитарного производственно-торгового предприятия «Солопинск». Свой профессиональный праздник он встречает в ритме трудового дня. Сегодня изделия под торговой маркой «Формат», произведенные в цехах предприятия, с успехом реализуются во всех уголках страны. Наше предприятие занимается пошивом верхней одежды для спортсменов. Также мы заключили контракты с пограничным комитетом МВД на пошив верхней одежды. Самое главное направление на нашем предприятии – это пошив спортивной одежды. Работаем с Национальным олимпийским комитетом, с Белспортобеспечением, одеваем наших спортсменов, продвигаем, развиваем, то есть занимаемся конкретно спортом. В среднем мы сейчас выпускаем более 40 тысяч штук в месяц, но с каждым годом объемы производства нашего предприятия растут. Мы динамично развиваемся, наши изделия, которые мы выпускаем, они с каждым годом все более и более становятся более трудоемкие, более сложные. Собственная производственная база, дизайн-бюро, модернизированное оборудование и квалифицированные сотрудники – залог высокого качества выпускаемой продукции, которую уже по достоинству оценили миллионы потребителей. Предприятие постоянно развивается, модернизируется. Мы вкладываем, инвестируем, конечно, большие средства в технологии, закупаем новое оборудование для того, чтобы достигать высокого качества в производимой продукции. Мы развиваемся в наших регионах, открываем новое производство. За этот год открыто 2 производства, это «Береза» и «Дивин». На данный момент занимаемся плотно Гомельской областью. Есть у нас производство также в Мозыре, пытаемся зайти в Калинковище. Стабильное и рентабельное производство спортивной одежды позволило компании «Солопинск» занять устойчивые позиции на рынке текстильной продукции. Мобильность и возможность выстраивать производство, учитывая конъюнктуру рынка, позволяет «Солопинск» по некоторым позициям опережать конкурентов. Сегодня трудно представить важнейшие масштабные спортивные форумы без спортсменов в форме «Солопинск». На прошлой неделе мы закончили производство и отгрузку одежды для спортсменов и делегации, которые будут участвовать в играх БРИКС. Игры БРИКС будут проходить с 12 по 25 июня в Российской Федерации в городе Казани. Туда уезжает очень большая делегация, порядка 700 человек. Не менее важный заказ – экипировка для спортсменов, участников фестиваля спортивных игр «Дети Азии» в Якутске. Коллекция спортивной экипировки разработана с учетом всех пожеланий наших спортсменов, а также спортивной делегации. В эту коллекцию включены костюмы, майки, футболки, и все они выполнены с учетом государственной символики, с нанесением государственной символики и в наших национальных цветах. Эту одежду мы уже, к сожалению, отгрузили, и эту одежду мы сможем увидеть только на наших спортсменов, которые обязательно должны будут нам привезти наши большие награды. И еще готовится коллекция для участников Олимпийских игр, которые пройдут в Париже. Так, коллектив в очередной раз доказал, что это команда единомышленников, готовая выполнить заказ любой сложности и ассортимента. «Солопинск» – предприятие с большой интересной историей и перспективой будущего. От раскроя, нанесения символики и логотипов до пошива и бережной упаковки – такой сложный, но четкий путь проходит каждая модель через руки более 300 специалистов «Солопинск». Каждое изделие согрето их теплом и любовью. Наш коллектив очень большой. Наши швеи дружные, сплоченные, квалифицированные специалисты, которые принимают работу и выполняют эту работу добросовестно, доброкачественно и с опытом. Я рада, что у нас такой коллектив. Я всех безумно люблю. Наши швеи умнички, наши швеи трудяги. Я за им это очень благодарна и желаю крепкого здоровья всем им, а также их семьям, достатка, любви, мирного неба над головой. И хочу пожелать им всего самого наилучшего, поздравить всех с этим праздником. Предприятие постоянно развивается и требует притока новых специалистов.
каждый год мы набираем новых специалистов, молодых специалистов. К нам приходят с колледжа нашего Пинского, а также из других городов. И также на практику приходят тоже с нашего колледжа. В этом году к нам пришло 10 молодых специалистов. В прошлом году это было 16 молодых специалистов, которые работают, которых мы обучаем. Мы их стимулируем. Первые 3 месяца у нас есть даже для них поощрение. Ну а дальше они входят в ритм и так дальше остаются даже работать у нас после своей отработки. Сегодня на нашем предприятии работать престижно. Мы ждем приток новых кадров, готовы обучать, готовы технологически обучать где-то и в других направлениях. Есть у нас и дизайнеры, и конструктора, есть ряд других специалистов. Кто желает, пожалуйста, приходите. Предоставляем полный социальный пакет, если нужно жилье. Коллектив у нас очень хороший, сплоченный, все друг друга уважают, ценят. Ну и, конечно, карьерный рост, зарплата. Мы готовы рассматривать любых специалистов. Приходите к нам на работу. У нас очень престижное и хорошее предприятие. Люди труда, люди с золотыми руками и высоким мастерством. Сила и богатство коллектива «Солопинск» – предприятие, которое по праву можно назвать в числе лучших отечественных предприятий легкой промышленности страны. Это благодаря творческому поиску работающих здесь специалистов постоянно обновляется ассортимент выпускаемой продукции. Каждый месяц дизайнерами, конструкторами и художниками-модельерами разрабатывается 50 новых моделей. Люди разных профессий дорожат имиджем предприятия, создавая образцы одежды, которую с удовольствием носят миллионы людей. Бренд, сделанный в Беларуси с фирменным знаком «Формат» – это качество, стиль, вкус, удобство и комфорт. Я здесь работаю уже 17 лет. Коллектив у нас очень дружный, очень нравится здесь работать. Из наших рук выходят хорошие изделия, красивые. Хочу всех своих подруг поздравить с нашим праздником профессиональным, чтобы все было у нас хорошо, зарплата. Ну, оставались всегда в этом коллективе. Работаю на «Солопинск» уже 15 лет. Предприятие большое, процветающее. В разных городах есть фирмы у нашего директора. Работы хватает, зарплаты достойные. Вот. Ну, хотелось бы пожелать всем здоровья швеям. С наступающим днем легкой промышленности, пожелать всем удачи, большой зарплаты, мирного неба над головой, ну и всего-всего хорошего. Хочу поздравить всех с днем легкой промышленности, чтобы у всех в жизни все складывалось легко, чтобы у всех были зарплаты огромные, чтобы хватало на все, что хотели. Вот. И всех с наступившим летом, вот, чтобы всем было тепло, светло, ярко и хорошо. Работа в основном у нас очень хорошая. Всегда мы при работе работаем хорошо. Большинство у нас заказов выполняем. Ну, коллектив очень хороший, трудолюбивый. Хочу пожелать всех с праздником и всего самого хорошего. Накануне профессионального праздника мы от души поздравляем этот дружный профессиональный коллектив, созданный побеждать и идти в ногу со временем, который дарит нам радость и удовольствие своими качественными современными модными изделиями, новых идей и дизайнерских находок, трудовых достижений и профессионализма. Отрадно, что мы достигли высоких результатов накануне нашего профессионального праздника, поэтому хочу поздравить всех своих коллег, пожелать крепкого здоровья, успехов в труде, ну и, конечно, легкой работы, это как мы, легкая промышленность. Хотя бывает иногда и тяжело. Дорогие коллеги, хочу поздравить вас с профессиональным праздником, хочу пожелать вам здоровья, успехов, всего самого хорошего в жизни и легкого труда. Хочется поздравить коллектив с наступающим днем работника легкой промышленности. Пожелать всем работающим на предприятии здоровья, настроения, добра, хороших людей рядом, чтобы все, что люди делают, было оценено, чтобы всегда был виден результат труда. Всего самого-самого доброго.